Здравствуйте, друзья! Вы все помните, что я обещал видео с водопада, когда будет много воды. И вот оно, видео. Снег активно тает. И, как видите, водопад исключительно полноводен. Были зимы, когда я видел больше воды. Но сейчас я вам скажу, процентов 80 от максимально возможного объема. Очень много снизу затоплено, посмотрите, докуда доходит вода. Вот здесь везде был лед, когда я делал отсюда эфир зимой. А сейчас очень красиво, будний день, мало машин, мало людей. Посмотрите, какой цвет воды. Если помните, то этот цвет вызван маленькими частичками, мельчайшими частичками торфа, содержащимися в воде. То есть это не грязь, это именно торф, который содержится в талых водах. Интересно, что в этом году не отломилось никаких больших кусков скал. Часто после зимы бывает такое, что лед откалывает какие-то куски, немножко их отсоединяет от общего скального массива. И когда начинается большое половодье, то вода их сдвигает и скидывает вниз. Но вот сейчас я таких кусков не замечаю. Пойдем посмотрим еще снизу, как это выглядит. И вот вид на водопад снизу. Фантастическое зрелище. Рев воды. Для Эстонии это прямо огромный водопад. Я себя сейчас ощущаю героем рассказа Луи Бусинара, который исследует Африку и впервые подошел и увидел водопад Виктория. Выглядит просто фантастически, посмотрите. Людей почти никого нету, буквально две семьи с детьми приехали посмотреть. Весь водопад мой, но и ваш тоже, потому что благодаря современным технологиям я могу это все вам показать. Обратите внимание, как искрится, не побоюсь этого слова, пена водяная на солнце. Не знаю, передает ли это телефон, но глазами это выглядит просто великолепно. И так же, как в книжках Луи Бусинара, над водопадом радуга, столб водяной пыли. И в первой части видео я вам сказал, что ничего не отвалилось от каменных пластов. Тут я немножко ошибся, потому что здесь я вижу новые обвалившиеся камни. Вот, посмотрите, со свежими сколами. Старые обвалы, которые случились несколько лет назад, они уже заросли мхом. Но обваливаются новые пласты. Вот отсюда посмотрите сверху. Грунтовые воды зимой затекают между пластами, замерзают, откалывают камень. И весной, когда лед тает, эти камни обваливаются. Конечно, потенциально это опасно, но редко кто будет там стоять. Да и вообще люди умные, они видят то, что может обвалиться скала, и туда не заходят. Давайте еще посмотрим на водопад. Сейчас я подойду поближе. И вот, посмотрите, я залез буквально под водопад, чтобы показать вам всю мощь этих водных потоков. Фантастическое ощущение. Те самые пресловутые положительно заряженные ионы, которые образуются при падении воды с высоты. Я ощущаю влажный, но в то же время очень свежий воздух. Очень приятно здесь стоять. Интересно, возможно ли подойти еще ближе? Я готов на все ради хороших кадров. Посмотрите, я залез под водопад. Фантастика! Надеюсь, мне на голову здесь ничего не обвалится. И я смогу выложить это видео. Если вы его видите, значит, не обвалилось. Посмотрите, какая пена. Фантастика! От этих струй дует сильный ветер, летят брызги. И сейчас я уже буду убирать телефон, чтобы его не намочить. Спасибо вам за внимание.
Обязательно подписывайтесь на канал. Смотрите, как это круто!